Если бы знал, предупредил бы. Значит, сейчас получается у нас переходы по закладкам по ширине. Это не весьма удобно, потому что я хочу получать краткие сведения, а чтобы их увидеть, получается, я вообще должен опуститься мышкой при зуме 365. Это вообще неудобно. Поэтому самый лучший вариант... Самый лучший вариант это... Точнее, хорошего нет варианта, там есть только разные плохие. Наследовать масштаб. Вот, наследовать масштаб. То есть, содержание, свойства. Как неудобно это все. Да, то есть как бы изначально получается я в настройках выставил свойства постранично, чтобы не было никаких перетеканий и по высоте, соответственно, со страницы видна и панель закладок и страница, то есть изначально панель закладок открывается, это я выставил, этого не было. Вот, то есть если расширить, это даже вполне себе удобно. Значит, здесь так. Год есть. Выделять текущий цикл скрыть после использования. Развернуть цикл к верхнему уровню. Да, вот если так если эта настройка сохраняется, то так будет лучше. Черный. Ага, можно цвет поменять. Полужирный. Так сделаем. Полужирный. То есть можно, получается, и шрифтами немножко поиграться. Пытаться передать курсивы полужирный. Так, смотрим, сохраняем, выходим. Да, получается, то, что я выставил, развернуть закладки верхнего уровня, это сохраняется. Жирный сохранился, так будет нагляднее. Значит, фонетика и графика. Вот, получается, уровень звуковой состав, он дается курсивом, поэтому, собственно, я бы тоже дал курсивом. То есть, чтобы по максимуму соответствовать тому, как в книге, потому что это и так сложная система. Хотя тут жизни жирные и курсив, но для закладок достаточно просто курсив, иначе будет тяжко. Вот, я бы так переделал. Спасибо.